Здравствуйте, и сегодня 31 декабря, и, конечно же, я хочу вас поздравить с наступающим 2014 годом. Хочу пожелать вам, дорогие мои подписчики, тем, кто случайно зашел на канал, и всем, кто меня смотрит. Главное, конечно же, это здоровье. Здоровье вам и вашим близким, родным, вашим семьям, теплоты, доброты, уюта, семейного очага. Также хочу пожелать прежде всего девушкам, женщинам, потому что от них зависит счастье в семье, бабушкам, конечно, сестрам, матерям, дочерям, чтобы все вы были всегда счастливы, прекрасны, чтобы все у вас всегда получалось, чтобы было хорошее, отличное настроение, чтобы вы были прекрасны душой, прекрасны внешней, чтобы у вас было отличное настроение. 2014 год, чтобы принес только долгожданные праздничные моменты, чтобы все ваши мечты, фантазии, желания исполнялись и приумножались. А вашим мужчинам, дорогим, хочу пожелать, чтобы они вас делали всегда счастливыми, радостными, красивыми, дарили заботу, внимание, теплоту, понимание, чтобы все всегда в ваших семьях и у вас было хорошо. А еще лучше, чтобы все было отлично. Также я хочу сказать огромное спасибо всем, кто был 13-й год вместе со мной, моим подписчикам дорогим, которые оставляют прекрасные комментарии, которые мне интересно и приятно читать. Также тем, кто ставить лайки, если вам действительно нравится это видео. Это действительно стимулирует на что-то новое, на создание новых видео с более интересными темами, на то, чтобы снимать какие-то новые для себя, возможно, видео. Также этот 13-й год стал для меня, наконец-то, открытием лица. Вы, наверное, знаете, что до этого я снимала только руки. Вот. Но все-таки я решила показать свое лицо. И также, чтобы был какой-то зрительный контакт с вами, дорогие телезрители, потому что меня не только смотрят, но еще все-таки и слушают. Для меня это стал год действительно открытия и в косметическом плане, и в плане парфюмерии, и в плане какого-то взгляда на жизнь, если брать, да, больше, шире. Конечно, были и какие-то негативные моменты. Смерть одного моего близкого человека, но я не хочу говорить, да, грустно в этот праздник, но все-таки память об этом человеке у меня останется навсегда. И хочу, чтобы этот 14-й год не стал годом потерь, а стал годом только, наоборот, приобретений, каких-то новых чудес, рождения чего-то нового, возможно, детей у кого-то, может быть, новой работы, новых знакомств, новой любви, чтобы это был более позитивный год и для меня тоже, в том числе, 14-й. Я очень на это надеюсь и вам тоже желаю более радости и больше счастья и позитива в новом 2014 году. И как я уже сказала, что это все-таки какое-то волшебство, так давайте же попробуем делать волшебство не только в Новый год, но и во все время, которое будет окружать вас. И все праздники, все волшебство, все счастье мы делаем сами своими руками. Я вам тоже желаю, чтобы вы хотя бы каждый день частичку души вкладывали, даже пусть в мельчайшие, в малейшие какие-то дела по дому или же по работе, и все это делали более с душой, и более внимательно относились к своим родным, к своим близким. Может быть, у кого-то, если есть домашние животные, к ним тоже. И также, конечно же, более внимательно относились к семье. То есть к быту, который вас окружает, к домашнему, возможно, очагу. Чтобы все это было более уютно, тепло, красиво и привлекательно в новом году. Также еще хотела вам сказать, что небольшой подарочек, который мне подарили, хотела тоже поделиться, показать. Во-первых, я, конечно, не буду показывать, это покупки были одежды, вот сейчас я в платье, елочки, которая у нас вот украшена, вот такая она маленькая у нас в этом году будет, мы ее поставим на стол, на праздничный, очень она у нас уютная, маленькая, мы решили такую, и минимум здесь из одного набора игрушечек, также две еще, такой вот ангелочек здесь есть красивый, который подарили мне, и еще один здесь где-то есть ангелочек, вот такой вот тоже, фиолетовый из Avon, вот такая небольшая у нас будет елочка в этом году,
И по поводу подарков, конечно же, это мне мой любимый супруг подарил одежду. Вот сейчас я в этом платье, такое оно строгое, но теплое, черное с белыми вот здесь вот вставочками, и тоже так же, ну, примерно по колено, красивое платье, в нем я буду отмечать Новый год. Также кофту, которую я хотела, то есть это покупки одежды, и тоже праздничную кофточку, которую, возможно, потом вы тоже увидите в следующих моих видео. И хотела показать парфюм, который мне подарили на Новый год. Возможно, уже для многих это известный, он, по-моему, с 2009 года. Вот так выглядит коробочка. Это I Love You Tonight, называется парфюм. Я сделала кое-какие уже на него наводки в интернете. Но из всего парфюма, который был в магазине, это мы покупали в Латуале уже, правда, после скидки в 40%, к сожалению, но нас это не расстроило. Вот такой вот красивый флакончик, весь переливается. И сейчас скажу обо всем парфюме более подробно. Начну я с того, что все-таки много мы обошли с ним весь Латуаль, как я уже говорю, и понюхали практически все духи. Мы вместе с мужем, то есть выбирала я этот парфюм не только я, но и вместе с ним. И мне понравился этот аромат, когда я уже собиралась уходить и ничего не нашла уже для себя. И в конце я его уже обнаружила. Ну, начать я хочу с того, что это такой не совсем сладкий аромат. Он такой цветочно-фруктовый. И я нашла небольшое описание в интернете его. Сейчас я вам зачитаю, какие тут ноты, потому что в нотах я не очень разбираюсь. И что же здесь пишут, я вам сейчас скажу. Но начать я хочу с себя все-таки, что я протестировала его. Действительно, такой свежий цветочный аромат, сладости в нем не так много. Держится он приличное количество, на запястье он где-то держится в районе 5-6 часов, на теле тоже где-то часа 4 еще его можно ощущать. Это от меня, да, уже лично. Очень мне понравился его флакон, понравилась его стойкость, понравился его аромат. И что же здесь у нас есть? Верхние ноты: груша, мандарин, черная смородина, бергамот. Действительно, вот груша мне очень нравится. И черная смородина — это то, что я ощущаю. Бергамот тоже какой-то такой придает немножко восточность аромату. Средние ноты здесь идут: пион, магнолия, ландыш, жасмин, цикламен и гвоздика. То есть уже все цветочно. Действительно, там потом такой более цветочный букет. И девушка, которая была на кассе, это был, кстати говоря, последний флакончик, который мы успели взять, больше его не было. Стоил он очень приличные деньги, к сожалению, мы потом уже посмотрели, 2999 рублей, то есть 3000. Но я не жалею об этой покупке, потому что очень мне он понравился. И дальше в описаниях ноты. Это какие у нас базовые ноты? Сандал, пачули, мускус. Такие вот ноты, ну, конечно, всем известны, это такой привлекающий аромат мужчин, очень мужу ему понравился. Когда он выветривается, остается очень нежный, приятный шлейф, и девушка в магазине, которая продавщица была, тоже сказала, что шлейф действительно очень достойный у этого аромата, что он очень женственный, действительно, я могу сказать, что очень приятный женственный аромат, и подходит, мне кажется, как девушкам, так и более как-то уже среднему возрасту зрелых женщин. В принципе, он такой универсальный, но, конечно, все-таки больше на весну, на лето для меня, потому что все-таки за счет его свежести. Но и зимой вот сейчас с удовольствием, с большим на праздник, буду сегодня им пользоваться. Очень приятный, мне понравился. Могу его посоветовать. Также, что я еще нашла информацию, что 2009 года. И парфюмер Селин Баррелл. Я, к сожалению, не знаю, ли Баррелл, как правильно. Этого парфюмера ничего не могу сказать о его известности. Сталкивалась первый раз. Также там был еще такой черный флакончик, который мне совсем не понравился. Очень понравились мне эти духи, могу их посоветовать. И это, наверное, все, о чем я хотела рассказать в этом видео. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю всем хорошо, приятно отметить, кто как хочет, кто-то с друзьями встретиться, кто-то в кругу своей семьи, кто-то где-то, возможно, в клубе, кто-то еще с кем-то, кто-то, может быть, даже один захочет. Все равно всем желаю приятного,
хорошего, отличного праздника. Уже у меня даже прекрасное предновогоднее настроение, которое, я надеюсь, через это видео передастся и вам. Всем огромное спасибо за внимание. Это будет последнее видео в этом уходящем 2013 году. Всем огромное спасибо, что вы со мной. Я очень это ценю. Мне очень приятно ваши лайки, ваши комментарии. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!